Блестящее предложение для вашего дома. Это специальное предложение только сегодняшнего дня. И это целый комплект штор, который называется «Танец листьев». Специальная цена только сегодня – 2999 рублей. Слушай, Кать, ну роскошь невероятная. Действительно, необыкновенная роскошь. Это блестящее настроение вашего дома. Это ваш новый дом. Дом, в котором хочется жить. И в таком доме вы ощутите себя истинной королевой. Но, Арина, у меня приятная новость, я бы сказала так, ведь этот роскошный комплект штор, он полноценный. Так. В комплектацию у нас входит две портьеры и два подхвата. Но еще приятная новость, ведь сегодня вы можете украсить все комнаты своего дома, подчеркнуть индивидуальность, потому что у нас три цвета на выбор. И в данный момент вы видите роскошный цвет бордо. Слушай, мне очень нравится, как бордо сочетается с золотом. Это действительно роскошное предложение. Этот цвет подчеркнет индивидуальность вашего дома. Посмотрите на этот блеск, посмотрите на эти листья. Это настоящий танец золотых листьев. Ну что ж, у нас еще есть для вас цвета, которые подойдут именно вашему интерьеру. Давайте с ними знакомиться. Да, давайте познакомимся, потому что каждый цвет, он индивидуален, он идеально подойдет для ваших интерьеров, какими бы они ни были. Классическими, современными, светлыми, либо темными. Итак, бордо выбирают те, кто желает создать поистине роскошный дворцовый стиль. Но также у нас есть более сдержанные, гармоничные, лаконичные оттенки. Сейчас вы видите модификацию. Бежевый цвет – идеальное решение для гостиной, для вашей спальни. Для тех, кто желает создать более свежие, легкие, но при этом интерьер с шиком и блеском, выбирайте зеленый. Зеленый цвет. Давайте еще рассмотрим каждый цвет более подробно. И я хочу дать рекомендацию. Вот у меня, кстати, еще в руках подхват бордового цвета, ведь у нас полный комплект. Итак, еще раз. Бежевый цвет со стеснением серебра и коричневым цветом. Идеальное решение для вашей гостиной, если она у вас в темных оттенках. Mm-hmm. Прекрасное решение для гармоничной спальни. Далее, для тех, кто хочет создать более свежий интерьер, визуально расширить пространство, я рекомендую вам зеленый оттенок, особенно если у вас проблема маленькой темной комнаты. 10-20 квадратов – это интерьерное решение сделать вашу комнату шире, больше и более свежей. Но для тех, кто выбирает роскошь, кто выбирает шик и тот, кто хочет создать поистине дворцовый стиль, тогда, конечно, выбираем модификацию бордо с золотом. Да, вот можно заодно посмотреть, как елка новогодняя будет смотреться в вашем интерьере вместе с новыми шторами. Ну, вы уже, наверное, знаете, как будете встречать Новый год. Наверняка это будет семейное застолье. Наверняка вы будете дома в кругу самых родных и близких друзей. Только представьте, как будут эти шторы играть в свете люстры, как будут эти шторы смотреться именно в вашем интерьере. Согласитесь, каждая женщина мечтает встретить Новый год в идеальной обстановке, в красивом платье, в кругу родных и близких. Ну что ж, давайте разбираться, из чего сделаны наши шторы, сколько они прослужат в вашем интерьере и как правильно подобрать свою расцветку. Ну, Арина, тогда я предлагаю вернуться к цвету бордо и подробно разобрать каждую деталь, каждый элемент. Ведь эти шторы созданы особым плетением. Это ткань королей. Его величество жаккард, о котором можно рассказывать бесконечно. Ведь этот комплект штор будет служить вам без потери качества 15 лет. Слушай, 15 лет, поражаюсь. Ты знаешь, ну просто, когда я вижу блеск, я все время вспоминаю шторы своей подруги. Блеска не осталось после первой стрижки? Ну, Арин, я думаю, что очень многим знакома такая проблема. Но жаккард как раз-таки тем и уникален. Жаккардовое плетение, оно очень сложно и создано с помощью тысячи нитей. Слушай. Тысячи нитей сплетаются воедино и создают вот такой необычайный шедевр. Посмотрите, обратите внимание, как меняется у нас цветами полотно. Итак, лицевая сторона. На бордовом цвете у нас золотые листья. И обратная сторона у нас золото с бордовыми листьями. И такой эффект достигается с помощью вот такого сложного плетения. Посмотрите.
Обратите внимание, как создается ткань королей, как она создавалась еще несколько веков назад во Франции. И благодаря тому, что это сложное плетение, оно и обладает, Арина, уникальной прочностью, уникальной практичностью. И этот блеск не померкнет и не исчезнет даже после многочисленных стирок. И я готова это доказать прямо сейчас. В прямом эфире. Вот это интересно. Давай, Кать, я люблю эксперименты, я люблю, когда мы в прямом эфире не только рассказываем, но показываем и проверяем специально для вас качество. 15 лет без потери качества. Кать, ну давай посмотрим, на что способен этот блеск. Блеск способен на многое. Блеск способен сиять и сиять. 15 лет без потери качества. Итак, тишина и внимание. Ух ты, вот это, да. Вы слышали? Да. А вот теперь посмотрите. Обратите внимание, что с жаккардом ничего не произошло. Ведь это ткань королей, это его величество жаккард. Этот блеск не померкнет 15 лет. Он не боится прямых солнечных лучей. Он не боится никаких механических повреждений. Но помимо того, что он устойчив к стиркам, он также устойчив и, например, к разрывам. Слушай, Арина, знаешь, помнишь, я тебе рассказывала, у меня была ситуация, когда моя собака порвала портьер. Да, просто помню, у меня кстати. Был крупный пес, 55 килограмм. Вот, он наступил и порвал портьер. Так. А вот с этими портьерами такого не произойдет, потому что это уникальная прочность и практичность. Катя, вот я бы прям еще секунду хотела на твои руки посмотреть. Точно не осталось ни капельки блеска? Так. На моих руках, конечно же, нет. Вот это да! Представляете, 15 лет суперкачества за 2999 рублей вы получаете целый комплект абсолютно. В этот комплект входят портьеры из жаккарда и плюс еще подхваты. А это значит, вам не нужно ходить в магазине и искать подхваты, а это на самом деле целая проблема. А кстати, тюль, Арина? Тюль входит в комплект у нас за 2999 рублей. Слушай, это настоящий подарок для любой хозяйки перед Новым годом особенно. Конечно, если вы получите новый интерьер, как минимум на 15 лет. Тишина и внимание. Проверяем прочность. Вот это да. Слышали? А теперь... Посмотрите, обратите внимание на то, что с полотном ничего не произошло, оно осталось единым, оно осталось цельным, оно не разошлось даже после, ну, таких испытаний. Кать, как будем наш комплект вешать? Арин, очень просто. У нас универсальное крепление, обратите внимание, шторная лента, которая подходит для крючков, для крокодильчика, в том числе и для колец. Вам не придется менять карниз. Слушай, тот самый случай, когда я даже не знаю, насколько, какая сторона лучше, а какая... Посмотрите на другую сторону. Эти шторы не имеют изнанки абсолютно. 15 лет без потери качества. Это блестящее настроение вашего дома. В преддверии Нового года сделайте подарок своему дому и себе.